lights. Everybody is just enjoying the summer and the cream. Hey, yo, what's up? What's up, man? How you feel here? I feel very good. Yeah? I do like to be here. I'm happy. Thanks. Thank you. Thank you, Sunshine. Thank you, Vishnu. Thank you, Sea. Thank you. Let's go. Let's go. With us. Let's go. Вот, пробовала всякое разное, разные варианты, вот, я вегетарианец, ну, люблю эту тему, она мне нравится, и, как бы, вот, хотела бы углубляться в нее, может быть, когда-нибудь в будущем что-нибудь преподавать, какое-нибудь направление, то есть, вот так. Но после каждой практики я чувствую, что мне хорошо. Я пробовал другие занятия, ну, разные там, растяжки и все прочее, в тот же зал ходить. Они такого кайфа не дают. Там раз в два года куда-то выезжать, так как новый преподаватель, новые какие-то знания, новая информация. Поэтому я здесь. Спасибо. Зовут меня Заремой, если кто не запомнил. А это как-то без подготовки. Я не накрасила ресницы. Я ничего особенного ни от чего не хочу. Мне просто нравятся люди и обстановка, и заниматься йогой мне нравится. Я не ищу чего-то в жизни необычного. Ну, как-то одним днем живу, может быть, это неправильно, но мне нравится. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Игорь. Значит, долго планировал поездку сюда, как только появилась возможность, как только появился преподаватель как Вишну, заинтересовал меня своими уроками, и я хотел больше вникнуть в сам процесс йоги, философию ее. Конечно, все постичь никому невозможно, но хоть крупицы какие-то, хоть суть уловить попытаюсь. Также познакомился с новыми людьми, очень с приятной стороны шокирован, да, и мне все нравится, спасибо большое, буду надеяться, что будет еще лучше. Меня зовут Аня, я приехала сюда, чтобы отдохнуть, позаниматься йогой, потому что мне это тоже нравится, вот. Я сама изучаю теорию, тут тоже много чего интересного уже рассказали. Вот, и приятно пообщаться всегда с новыми людьми. Вот, и отдохнуть по-настоящему на море. Здорово. Данна от йоги. Я жду чудес. Мне очень нравится, что со мной сейчас внутри происходит, как я меняюсь. Какое-то внутреннее спокойствие ко всему. Разным ситуациям. Ну, все. Меня зовут Максим. Я хочу на ретрите немножко совершенствоваться в йоге, получить удовольствие, отдохнуть, ну и немножко успокоиться. Вот, все. Меня зовут Катя. Я сюда приехала, чтобы, как и все, впрочем, узнать что-то новое, открыть для себя йогу с правильной точки зрения, как это происходило изначально в Индии. Наш преподаватель, конечно, нам в этом поможет. Мы в это верим. Так что вот все. Спасибо. Меня зовут Жанна. Нас тут 9 человек и еще 2 ребенка. Нас вывезли сюда. Долго везли, мы сюда ехали несколько часов. Нас здесь пытают, не кормят. И сегодня целый день я ничего не ела. Мне дали только...
молотый рис с водой. И вот так почти каждый день. Я думала, здесь будет счастье и радость. Привет, меня зовут Виктория, я из Москвы. А сейчас я себя очень хорошо чувствую. Я получаю то, что я очень хотела достаточно давно. Я хотела отдохнуть от детей, от семьи, от забот, от быта. И сейчас я очень гармонична, потому что рядом со мной дети, и одновременно я занимаюсь йогой, саморазвитием, очищением. Чувствую себя великолепно. Меня зовут Жанна, и я приехала сюда, чтобы на самом деле получить знания, которые помогли бы мне просто лучше найти себя, узнать и внутри как-то вырасти и измениться. Здравствуйте, зовут меня Николай, из города Архангельска. А на этом семинаре по йоге хотелось бы получить новые знания, новый опыт, и чтобы в дальнейшем применять в своей жизни. Спасибо. Это замечательно. Мне очень понравилось. Прям очень много интересных, приятных моментов для себя открыл. Ну, ни разу прям не жалею об этом всем. Ну, в целом просто не забыл. Unforgettable, как говорится. Поездку вот, по поводу того, там, то, что потерял, приобрел. Я не могу сказать, что я прям что-то потерял. Я много всего приобрел. Очень, прежде всего, опыт прям интересный такой. И, как бы сказать, возможно, даже важный для меня. Ну, вот как-то так. Здравствуйте, меня зовут Игорь, я из Москвы. Эта поездка, этот йога-ретрит, вернее, мне очень понравился тем, что я, как мне кажется, намного больше узнал, чем знал до этого. Много открыл для себя новых, как и людей, так и знаний. Спасибо Вишну и всем ребятам,
кто окружал меня эти 10 дней. Меня зовут Катя, я тоже из Москвы, как Игорь. Ретрит мне, конечно, очень понравился, первый раз в такой поездке, давно хотела поехать, вот неожиданно подвернулась такая прекрасная возможность. Спасибо большое Вишну, Инне, надеемся на новые встречи, потому что открыл для себя много нового, нашла ответы на те вопросы, которые у меня были до поездки. Может быть, как-то систематизировала знания, которые у меня были до этого. В общем, спасибо. Привет, меня зовут Виктория, я из Москвы. Поехала с любимым учителем на этот ретрит, получила много положительных эмоций, много смеялась, очень хорошо отдохнула, много занималась любимой йогой. Спасибо, Вишну, огромное. Здравствуйте, меня зовут Анна, из Москвы. Мне очень здесь все понравилось, познакомилась с потрясающими людьми, очень интересными. Мне очень понравилось анатомия йоги, и вот как бы предложение мне, ну это мне так кажется, может ее даже стоит вначале как-то говорить, потому что ты начинаешь понимать, как все это происходит, и если правильно ставить, вот, ну как вот вы нам объясняли, то совсем по-другому, и позы, ну то есть вот мне кажется, это вначале надо делать, вот, а так я сама почувствовала, что стала лучше гнуться, лучше себя чувствовать, у меня немножко спина расслабилась, вот мышечный тонус не такой сильный. Мне все безумно понравилось, очень грустно расставаться со всеми. Но я надеюсь, мы увидимся все. Вот, все, спасибо. Меня зовут Максим, я из Мытищ. Я совершенно не жалею, что я сюда приехал. Совершенно не жалею, очень много действительно удовольствия всего, и радости, и смеха. И такое ощущение, что в этом месте, в это время соединились много разных линий. И люди, и учитель, и солнце, и море, и погода, и вообще само место. Все очень, ну как все говорят, типа позитивно, но на самом деле все очень здорово. И что касается йоги, то хочется заниматься еще больше и больше, и, как они говорят, все как совершенствоваться, типа. В общем, здорово. Спасибо. Меня зовут Аня, я из Москвы. Хочу сказать, что мне очень понравился лучший отпуск, который можно было придумать. Супер отпуск, супер море, супер люди, супер йога, супер учитель. Все очень круто, мне очень понравилось. Интересно было изучать санскрит. Интересно было, ну, просто что-то новое вообще о культуре узнать. Вот, ну и йога на море. Класс. Ура. Меня зовут Николай, из города Архангельска. Изначально ехал на семинар, чтобы получить какой-то новый опыт, новые знания. И оказался прав, где действительно я получил что-то новое, новый опыт. Те вещи, которые я знал, увидел немножко с другой точки зрения, с другого, так сказать, угла. И, ну и осталось применить все это в своей личной практике. Очень понравился наш дружный, сплоченный коллектив. И большое спасибо, Вишну. Спасибо. Меня зовут Жанна. Ну, конечно, мне все понравилось. Ну, очень большая разница, когда ты занимаешься, ну, йогой и на природе, на свежем воздухе. Это большая разница там с залом и с городом. Ну, знания я получила, но, наверное, их просто, ну, чтобы понять, теперь нужно как-то применять, научиться самому. Ну, что еще? Веселая компания, ну, хороший учитель. Круто. Ну, физически. Хорошая физическая разминка произошла за это время. 108 раз чатуранга. Это мои руки плачут до сих пор. Ну, что еще? Я не знаю. Ну все. Все? Спасибо. Ну как хорошо полетел. Меня зовут Фаина. Мне понравилось, когда мы плавали в море и лазили по скалам.
Еще когда мы прыгали на батуте. Namaste. My name is Vishnu Shukla, and we had a beautiful retreat with all these beautiful people who do you saw. It was a good time, a good experience for me, for them, and they enjoy very much. They're still laughing. They're still having so much fun together here, and I'm so happy that I share some part of my knowledge to them, and they got some knowledge. They will try in the future to put this knowledge in their study and try to be some kind of better version of themselves. And the best of luck for their life. They're very beautiful people. They all are very good, very strong from inside. Always ready to learn something new. They always have a smile face and respect me a lot, and that's what I want. I respect. Thank you very much for all of you to be here. I love you all, and love and peace. Thank you.